День учителя прошел в Казанском IT-лицее в минувшую среду. Ученики поздравляли своих педагогов яркими номерами, дарили им цветы и хорошее настроение. Так же, как учителя дарят детям свои знания и заботу. Решила стать учителем, потому что я всегда хотела изменить мир и изменить мир к лучшему. А когда мы растим новое поколение детей, и мы действительно ощущение того, что ты можешь научить детей чему-то новому, ты можешь сделать их чуточку лучше за счет своих знаний, умений, навыка, за счет своего воспитания, это невообразимое чувство. С одной стороны, это, конечно же, ответственность, а с другой стороны, это большое счастье. Чтобы оценить труд преподавателей, не хватит всех слов и праздников мира. Но ученики лицея постарались на славу и устроили грандиозный концерт для своих наставников. Ребята точно знают, учитель – это почетно. Учитель – это тот человек, который не только дает знания, но и воспитывает. Учитель – это наставник жизни. Желаем им дальнейшего благополучия и самых хороших учеников. И сами преподаватели гордятся своей профессией и благодарят своих учителей. Быть учителем в IT-лицее и вообще во всей структуре КФУ – это на самом деле очень почетно. И самое интересное, что здесь работает мой учитель русского языка и литературы, которая в свое время уже помогла мне найти для себя такой путь. Праздник в стенах лицея прошел ярко, энергично и весело. И ни один учитель в этот день не остался без внимания и заслуженной благодарности. Елена Селезнева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.